Хей, ютубу, хей, ВК, с вами я, Блутриа2, и сегодня у нас с вами вторая часть прохождения Минервы Метастазис, мода на Half-Life 2, если быть точнее, эпизод 1. В общем, я почему это говорю отдельно, потому что я как бы в один дубль все прохождение снимал, поэтому, да, ну, теперь, думаю, понятно, почему я это вот так вот говорю, почему для этого снял, так сказать, отдельную часть, так что да, все, погнали. Так, да, все. Так, все. Значит, я буду знать, что здесь аптечка. Если их там будет охерить, чтоб я наверх забежал и подлечился, если что, надо будет знать. Так, все, давай. Быстрее. Не тупи. Давай, быстрее открывай эту херню, давай. Погнали, ёптить. Оп, размялись, пошли. Чем я сильно нажимаю? Хрен его знает. Есть! Двоих сразу снял. Так, не, стой. Не возвращаемся. Давай, стрельни! Снял. Так. Погнали. Сюда. Беги. Сколько можешь, беги. Ага. Да куда ты пошел, дебил? Сюда. Вот так, короче, будем обстреливать по одному. Иди нафиг. Со своей этой хренью. Есть. Я сказал, пошли вон. И ты иди вон. На вот тебе, напад. Блять, это плохо. Я его вальнул реально. Ладно, на будущее. Сразу, много. Так, взяли. Давай. За всех сил. Сразу, кстати, сохранюсь. Сохрани, перепиши. Все, а то мало ли что. Давай. Давай, пошел. Я так полагаю, мы то есть должны сбежать, короче. Чисто вот сейчас мы должны убегать. Потому что мы им сломали вот этот портал. О. Пошли вон. Тупицы. Хреновы. На нах. Так. Да еще вы тут. Как мне достали уже, а? Почему вы не можете просто умереть? Так. Все нормально. Так. Ага, у меня, кстати, даже альты есть. Это хорошо, это замечательно. Это надо сразу снять, а то я знаю их. Вон еще один. Сразу надо снять. Вон там, вон он, этот хер белый. Элитный солдат Альянса. Чуть меня не грохнул. Сразу надо вот так сдалека, в смысле, снять, чтобы потом вблизи они меня не мучили. Ты достал, блин, меня уже. В смысле, я не понимаю, по тебе что, ничего не попадает, что ли, или что? А, ты вон он. Я в него уже сколько обоим в это... Ты понял? Всадил. Ему вообще, по-моему, насрать. Ты чё такой читерский, дядя? Сука, пугаешь меня, гнида. Да пошел ты вон, что ты прикопался-то ко мне. Так, подождите, ребята, сейчас вернусь. Мне срочно надо. А, все, такой. Ой, как плохо-то, а! Ой, как плохо! Прям вообще, я не рад этому. Все, никого нет, пошли. Пока эти херы не начали по мне фигачить, я, пожалуй, иду отсюда. Так. У вас там аптечки не было? Вот есть аптечка. Это хорошо, это я уважаю.
Все, замечательно, я пошел дальше. Да я забываю, что у меня нету альтов на этой... На R12. На R2, вернее. А, все. Погнали, погнали, погнали. Давай быстрее. Сразу сохранюсь. Я прям буду сохраняться на этих моментах. Потому что я уверен, что вот так, если я буду всирать, то я буду появляться хер пойми где. Поэтому сразу буду сохраняться. Чтобы вот этого не было. Ой, сейчас будет долго подниматься. Я, наверное, пока что видео остановлю, потому что это будет слишком сейчас долго. А, нет, вот не сюда, да. Это моя типа остановочка. А чё не до конца, я не понял. Я хочу до конца, да их я не хочу больше ни с кем стреляться. Да иди ты вон. Горите все нахер. Я отрубил им что-то снова. Чё-то я им вечно что-то отрубляю, что-то врубляю, что-то вырубляю. Кому-то... Жопу потерю, что несу вообще, не знаю. Так, ладно. Да вот это все. Так, все нормально, нормально. Это у нас что? Это у нас... О, вот это замечательная вещь. Это мне обязательно понадобится. Сразу вот сохраню, я буду прям сохраняться на вот этих моментах. Я сказал, я буду сохраняться, мне похер. Видишь, не зря. Не зря ж сохраняться начал. На нах. Вы сзади там, надеюсь, не можете? Замечательно, что не можете. Так, тут лучше взять что-нибудь вот такое, потому что с револьвером как-то тут будет не очень. На! Блин, думал, что мне повезет, и он подорвется, блин. На ней, ладно. Погнали дальше. Что-то опять я вырубил. Хрен его знает что. Ладно, пофиг. Пофигу. Давай сюда. Здесь вырубил. Сразу сохранюсь. Вот сразу. Все, отлично. Так, давай, теперь надо спуститься, наверное. Где? Есть. 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 Фига их разношу, конечно. Так. Так, нет, мне не сюда, да? Кстати, не помешало бы. Все, я пошел. Да? Нет? А куда? А куда? В смысле? Подожди, тут других проходов нет, если что. А куда еще должен подняться? Здесь нет. Я сюда же ходил, да? Да, я сюда ходил. И туда я ходил. А что за бред? В смысле? Мне стреляют откуда-то. Откуда? Откуда по мне стреляют? Снизу? Сверху? Что за дичь вообще происходит? Я что не надо сделать? Куда мне надо пойти? Спустись. Похер. Все равно аптечка есть. Что мне надо сделать, я не понимаю. Что от меня просят? Хернуть куда-то или что? Да, конечно, все весело, да, конечно, все замечательно, но я, блин, хочу выйти отсюда.
Чё делать мне? А, то есть подожди, а теперь, то есть открылось, да? А, стой. Нет, подожди, это. Чё от меня требуют? Я не понимаю, что я должен сделать. Это я тупой или эта игра тупит? Я не понимаю, что? Что я должен сделать? Я все отрубил. Короче, ребят, честно, я вот подсмотрел, вот честно признаюсь. Короче, я должен вот так вот брать, захерачить гранатами вот эту дичь. Понимаешь? Ой, ребят, идите в жопу просто. Идите нахер. Ой, нет, пацаны, 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 давайте все решим мирно. Давайте без этого вот. На. Давайте все решим мирно. Давайте без вот этого вот. Вы все равно значит, что вы не проиграете. Ну, реально, чего вы как эти? Чего вы как ложки унижаетесь? Не понимаю. Так, вот мне как раз-таки не зря тут гранаты даны. Блин, вообще, конечно, это жесть. То есть мне придется с помощью вот этих гранат каждую вот эту дичь, понимаешь, что тут всю фигню мне придется закинуть. Честно, не очень хорошее геймдизайнерское решение, но допустим, ладно. Так уж и быть. Давай так и сделаем. На нах. Не попал. 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 Чё, теперь все? Ой, бля, пацаны, пацаны, не надо. Ну не надо. Отвали. 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 Чё за дичь? Ух, ебать. А что делать? В смысле, и теперь я вот так буду идти? Вы что, издеваетесь, что ли? Я офигею вот так идти. Можно как-нибудь ускориться? Вы что, шутите, что ли? I'm truly sorry, говорят мне. Говорит она, типа, мне очень жаль, правда. Что случилось? Что, меня куда-то вниз уебало еще, что ли, или что? Что случилось? Что это фигня? Жизнь у меня всего 17. Что такое? Да. Я знаю, ты дышишь, ты гондон, короче, мне сказали, ну, типа, ублюдок. Короче, можешь читать это дерьмо. Типа это, походу, она пишет. Ой, бля, и что мне делать, в смысле? Мне что, опять куда-то носиться? Можно не надо, я устал. О, слава тебе, Господи, хоть пушку дали. Хоть на этом спасибо. Ты уже думал, что опять... Я же здесь никуда я ниже не упал, в смысле, я же надеюсь, это на том же уровне, а то это, ну, жопа иначе будет. Я офигею, в смысле, если это будет где-то ниже. Нет, по-моему, это там, где... Да, это там же. Слава тебе, Господи. Да иди ты вон от меня, иди вон, ты чё, глухой, что ли? Слава тебе, Господи. Так, сейчас будет длинно. Все, мы, походу, приехали, да? Понимаю. Понимаю. Сразу эту пушку, пожалуй, возьму, R2, потому что вдруг у них хмырча придет. Несколько, вернее, хмырей.
И чё? И чё? Не, зашибись, в смысле, что так получается? Чё я могу сказать? А чё делать? В смысле? Это шутка какая-то или что? Какая-то шутка или как? Ты издеваешься, что ли? А! А чё делать? Не, подожди. Я, наверное... А, тут лезь! Блять, вот я, конечно, дебила просто, вот я. Вот действительно. Как я тут мог лезть сюда не заметить? Так, выйди. Так, давай, оп. Проходи. Так, теперь сюда давай. Оп. Так, есть. Ни хрена не вижу. Так. Вот мне сюда надо. Сюда, погнали. Так, ну туда, а, ну там, в принципе, и не надо туда идти, там нету ничего. Так, тут, наверное, надо вот так сделать. Да. На нах. И давай вот я буду с этим ходить, а то вдруг вот такие же вот хрены будут за мной гоняться. Давай, вали ты от меня. С оружием. Мне придется от них отстреливаться. Так. О, вот это прикольно. Я чувствую прилив сил. Отключи, кстати, фонарик. Так. О, встал, встал. Смотри-ка на него. Полежи, отдохни. Бам. Не сюда шите? Или не сюда? Или я что-то не понимаю? Не, мне не сюда надо идти. Пошли, значит, дальше. Сюда. Climbing. Upwards. Climbing. Upwards. Подожди. Это... Чует мое сердце, что это не к добру, поэтому я, пожалуй, сохранился. Может, надо... Типа вот так что-нибудь сделать, не? Или нет? А, в натуре. О-о-о, пацаны, здорово. На этом. На прощание. На нах. На нах. Ну ты глупец, конечно, братан. На. Да еще хэдкрабы. Че ко мне пристали? Вот ваши хозяева, вот к ним и идите. Так, ребята. Я вот сейчас... Вот, вот он, вот он. Вот он ваш братан. Давай, давай, прыгай. Все. Ты что, не умер, что ли? Фига ты мощный. Все, погнали с Дабашом. Я сохранюсь, пожалуйста. Сохранить игру. Сохранить, переписать, все. Сразу сохранюсь, а то мало ли что. И зачем я сюда пришел? Че, блядь, это был за звук? И чё? Еще чем надо будет, может, почему стрельнуть, типа вот. А, в натуре. Нифига себе. Ой-ой-ой, я чувствую, что-то мне надо отойти, да? Да, действительно. Так, тебе надо как-то аккуратненько сюда запрыгнуть, а то... Блин, как не очень... Сразу сохранюсь, я буду сразу сохраняться, в смысле, вообще, при удобном моменте любом. Прям вообще, при любом удобном моменте. Здорово. На. Фига вы живучие, конечно, ребята. Ну ничего, я поживее-то буду. Так, на них вот надо, кстати говоря, прям много патронов. Прям очень. Все, отлично. Угу.
Кстати, вот это место я помню. О, вот они очнулись. Есть. Почти есть. Есть. На. Вот так сразу буду делать, чтобы они потом мне не мешались. Так. Так, давай наверх. Ой-ой-ой-ой-ой. Это я чувствую будет не очень, ну ладно. Справимся. Чё, давайте, где вы? Я вас жду. Это вы выломали или кто? Нет? О, наконец-то вы! Слушайте, ребята, он прям соскучился прям даже. А, вот они вы где. Понимаю. Тупой? Ты тупой. Ну да. Я реально соскучился даже как-то по обычным этим солдатам Альянса. На! То эти зомбари да зомбари, в смысле, достали меня уже. Так, все. Так, мне сюда, да? А, у меня ничего нету. На. Понятно. На нах. Все, погнали. Поехали вниз. Фига, кто с кем? А, это вы. Давайте, ладно, помогу я вам так уж и быть. Так уж и быть, помогу я вам. Вы офигели? Взяли меня еще тут это. Обстреляли. Неблагодарные свиньи, я им помог, в смысле, они меня взяли это. Блин, а. Вот скотины вообще. Так, ладно. Я говорю, я же сразу сказал, что неровные пацанчики, так делать нельзя. Так поступать вообще не надо. Так, ничего нет, ничего нет. Вот нате вам, в смысле. Подарочек от меня. Так это делается. Ух, ё-моё. Так, давайте, короче, на себя их берите. А, все, сдулись, да? Ну хрен тогда с вами, я пошел от вас. А, нет. Пока еще не пошел. Фига ты, а. И куда? Мне сюда? Да, мне сюда. Заорал такой сразу это. Умер. Да что вы ко мне пристали-то все? Как вы меня достали уже? Сраные зомбари, отвалите от меня. Дайте мне просто сбежать. Я просто хочу жрать, понимаете? Я просто жрать хочу. Хочу свалить отсюда. Как вы вообще здесь, кстати говоря, оказались на самом-то деле? Ладно, эти, которые... Зомби-комбайны, которые зомби эти. Зомби-солдаты Альянса. Окей, с ними-то все понятно. А как вы тут оказались? Тут же не было обычных жителей, тут не было никаких подопытных, типа как. А, ну хотя, в принципе, если трупы считают за подопытных, то можно, в принципе, да, понять, как они здесь появились. Типа, вот ладно с ними, понятно, потому что, типа, дохерища этих солдатов Альянса, окей. Но почему тут эти вдруг появились? Ладно, неважно. Наверное, они на этих трупов, в смысле, напрыгнули, которые там были, типа, вот, поэтому... На нах. Отвали, я сказал. Так, ты не открываешь. Все, пошли дальше. И вы тоже отвалите.
Че, тупой, что ли? Ой, Робзи, Ребзи, Ребзи, как я, по-моему, соскучился-то, а? Неужели, блин, постреляться хоть с кем-то можно, не вот это вот. Так, поехали еще ввысь. Смотри-ка, мы на самом верху уже. Офигеть. Давай сразу сохранюсь на всякий пожарный, а то мало ли что. Все, я переписал. Ребзи, мы с вами уже наверху на самом. Я прям рад, в смысле, ну неужели? Мы уже с вами, по сути, почти прошли. Так, у меня на R2 закончились патроны. Да, это плохо. Ладно. Она опять что-то мне прислала. Port Human, типа. Это что-то там... Короче, не знаю, что-то там написал. Ладно. Так, это мы уже почти на самом верху. Ключевое слово... Чё вы так пугаете, блин? Скотины. Так, ладно, съем тогда вот так. На. В смысле, я не понял. Что это за фокусы цыганские? Вот, сработало. Сразу две. Ой, как хорошо, так бы сразу. Ой, здорово, ребята. Так, мне краски сюда. Шли в жопу. Ты умер? А, зато ты не умер, да? Здорово, мне прям вас так не хватало, я прям вот не знаю, что я хочу сказать. Так, не понял. И чё? Куда? Ладно, не буду особо вот это заряжаться, потому что не хочу сильно много времени тратить. Но у меня другой вопрос. А куда? Все, теперь можно, да? Я ж прав? Нет. Подожди. А, все, я сюда пошел. Все правильно. Оп. Поднялись. Что ты, блядь? Достала ты меня. Спасибо огромное. Ты так прям помогла, я прям не знаю. А если вот так? Вы откуда вообще заорали? Это отсюда. Все. А, ты вообще не рабочий, замечательно. Так, давай, короче, да наверх пошел. То заебался уже здесь. Пошел в жопу. О-о-о, очнулись, ребята, нахуй. Здорово. Дайте мне убить вас. Ты достал, ты чё такой... О, правильно, тебе там место как раз таки. Ты сгори, вернее, умри. Спасибо. Ой, ребята, мне прям вас так... Не хватало, в скобочках, нет. На. Опять они там морут. Хватит там морать уже, достали вы меня. О, турелька сработала. Плохой знак. И куда мне идти? А, я типа должен вот так вот, что ли? Или чё? В натуре. Ну, давай! Пошли вы нахер, а. Честное слово. Опять повернуть. Я что-то опять повернул. Я что-то опять хрен знает где открыл. Сколько можно-то, а, уже? Сколько можно?
И опять не знаю, куда мне надо идти. И чё? Мувит. Что мувит? Куда мувит? Скажи мне, пожалуйста. Такая интересная, сидишь там хрен пойми где. Задница в тепле, а куда я? А я куда? А, все. А, нет. Здорово, мне прям так тебя не хватало. Че за фигня? А, вот. Продвинулся. Сразу сохранюсь. По-любому. Просто переписать. Ребят, мне сейчас вообще не до вас. Сюда мне надо идти. Лифт сломан. Поздравляю. А, не понял. Ты что, не сломан? А, ну это... Все, понял. Да отойдите вы, дайте мне наверх пробраться. Здорово. Здорово. О, кстати, спасибо огромное за вот это. Так, ну от зомби, конечно, есть польза, все-таки. Хоть как-то это. Go to the surface. Surprise. Waiting for you. Сюрприз меня какой-то ждет, понятно. Вот так вот. Неужели? Я сохранюсь. Я сохранюсь. Неужели я выбрался? Офигеть. Я в шоке. Нет, то, что я в шоке, это мало сказано. Я в ахуе, ребята. На. Ой, бля, пошло-поехало. Говно по трубам. Ну ладно, давай. Хотя бы на улицу уже, так сказать, при свете, а не где-то в подземелье, блин. Бам. Ой-ой-ой-ой. Не, давайте вы, короче, между собой там сами. Давайте вот такой я вам вариант предлагаю. Давайте вы там между собой сами, я чисто буду бегать от всех. Мне лишь такой вариант по душе. Очень даже. На нах. На. Угу. Так, давай вот это надо взять. Возьми. Сразу сохранюсь. Нет, кого загрузить? Не надо мне загружать, мне надо сохранить. Все. Давай. Есть. 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 Вот так вот. Вот это мне нравится. Вот это мне прям нравится. Чё, погнали? Бам. Все, выкурил его сразу же, тут же. Круто-то как.
Давай-ка, наверное, заберусь. Сейчас с ним по-быстренькому разберусь. О, вот это мне прямо нравится. А, вот мне для чего дали, да? Давай, иди сюда. Ну ты, блин, посмотри-ка. Вон оно, для чего. Есть, первый раз попал. Есть. Есть. А, больше у меня нету, к сожалению. А, нет, есть. Замечательно. Ты где? Давай. А, чуть-чуть. Чуть-чуть. Короче, вот с турелики по тебе постреляю. Ладно, нет, фигня. Да ё-моё, что ты прикопался-то ко мне? Иди отсюда. Вот тут есть. Так. Фига себе, вот это я понимаю, конечно. Все, победил. Вы что, издеваетесь? А, нет, я слава богу, тебе здесь, значит. Так, ну ладно, давай я все равно на паузу поставлю, а то это будет долго. Все. Все, я победил. Да ё-моё, только не вы, а. Ты что, издеваешься, что ли? И чё? А, вон он. Давай, я за ним. Сейчас здесь мне никакой тут зомбак не попадется, хотя, в принципе, мне без разницы уже. На. Кого ты там еще огреваешь? А, все. Фух. Все, ребят, мы с вами прошли это. Мы с вами прошли Минерву Метастазис. Мод на Half-Life 2. Ну, точнее, Half-Life 2 эпизод 1. А, и все, то есть, и... Все, это, короче, база это нахер уничтожилась. Ну и в целом тут остров получается. Все, короче. Короче, тут челик спишь, как я понял, насчет того, как он это все делал, да? Или что тут написано, я что-то не понимаю. Ладно, неважно. Че, все? Это конец или какая-нибудь еще будет сцена после титров, так сказать? Или все? Нет, все, конец. В общем, да, ребят, как-то вот так вот. Не, что я могу сказать насчет мода? В принципе, мод реально хороший, типа. Мод на халфу реально нормальный вот этот вот. Типа, он, знаешь, он не прям вот какой-то супер офигенный, но, в принципе, учитывая то, что он в 2009 году, насколько я знаю, вышел, в принципе, он очень даже не хорош. Прям реально, очень даже неплох. Так что да, так что как-то вот так. Мод, короче, хороший, просто. В общем, да. Что это было вообще? В общем, да. Что это за дичь было? Ладно. Короче. В общем, да, с вами был я, Патриот2, мы с вами играли в Half-Life 2, если быть точнее, эпизод 1, а именно в мод Минерва Метастазис. В общем, да, с вами был я, Патриот2, мы с вами играли в вот этот вот мод. И всем пока. Че, будет, конечно, сцена после титров? Нет, не будет. А, придется, короче, долго ждать. Короче, да, всем пока.